мы с огромным удовольствием приветствуем сегодня и разрешите от имени главы администрации Спасского Алексея Петровича поприветствовать нашего великолепного художника Аиду, нашу видовчанку, именно здесь, в нашей центральной библиотеке. На презентации, которая прошла в Центральной библиотеке, собралось немало почитателей таланта Аиды Лесенковой-Ханемайер. Ее работы находятся в 26 музеях России и других стран, а также в частных коллекциях. На выставке, которая получила название «Великие россиянки и россияне», представлено 15 портретов. Сама художница признается, в работе над той или иной картиной для нее важна каждая деталь. Это скучно нарисовать просто там лицо, руки, там, ну, даже ордена. Это еще не все. За этим большая судьба. И даже те герои, в которых я пишу, я часто даже пишу без орденов, но в таком фоне, который говорит именно о том, какая у него была атмосфера вот, героическая. В отличие от других художников, изображавших известных полководцев и героев Великой Отечественной войны, Аида Лесенкова-Ханемайер сосредоточилась на том, чтобы показать широкой публике незаслуженно забытых солдат и офицеров. Есть среди ее работ и узнаваемые персонажи Антон Чехов, Александр Пушкин, Марина Цветаева. Аида талантливая, чуткая, эмоциональная, она очень хорошо знает историю родины нашей, подмосковного края. И эта история, судьбы ее героев и персонажей отразились в ее полотнах. Инициатором и организатором экспозиции выступила общественная организация «Союз женщин России». Для участников презентации художница провела небольшую экскурсию. Выставка устроена так, что любой посетитель сможет узнать много интересного о тех, кто изображен на том или ином полотне. Здесь я специально повесила рассказы о каждом герое, потому что если обо всем этом рассказывать, просто времени реально не хватит. А вы можете каждый, если заинтересуетесь, посмотреть о каждом из них. Познакомиться с работами, выставленными на вернисаже, можно до середины января. Вход свободный. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.